Здравствуйте, я юный корреспондент детской телестудии «Фокус» Полина Пальянова. А сколько тебе лет? Мне 12,5. В каком классе ты учишься? Я учусь в 7 классе. А из какого ты города? Я изначально жила в Тобольске, потом приехала сюда, в Нефтеюганск. Почему? Здесь интересней, здесь больше находок можно по археологии, то есть, откопать. Тут рядом Сургут, где месторождения разные, это все интересно так смотреть на все это. На археологию тоже интересно смотреть. А почему тебе на археологию интересно смотреть? Как связан переезд? Ну, переезд связан вообще с работой. Ну, мне интересно смотреть на археологию, потому что интересно, как это все выкапывать, что делать. Как вообще с инструментами управляться? То есть ты жила до этого в Тобольске и решила переехать в Ханты-Мансийский автономный округ, потому что тут интереснее археология? Нет, ну как, отчасти да, но в основном родители решили. То есть у тебя родители археологи? У меня папа археолог, бывший геодезист, а мама архитектор, дизайнер. То есть ты с детства интересуешься археологией? Ну да, археологией, дизайном, журналистикой и таким всем. Сегодняшний лекторий тебе показался интересным? Да, интересно было послушать, как вы находите про народы. Ты что-то новое узнала? Я узнала, как изнутри построена эта изба и как вот там вообще все это обустраивается, чтобы было тепло, уютненько. Там так здорово изнутри. А было понятно, что говорили? Да, ну, было понятно, но в какой-то... Иногда было непонятно, но потом все было понятно. Ну, то есть, хорошо, что археологи, которые приехали, попытались переделать на более понятный язык? Да, то есть, если бы на ученом было бы, дети бы от 1 до 4 класса бы могли не понять. А хотелось бы, чтобы почаще археологи приезжали из Сургута и рассказывали о своем опыте? Да, это интересно послушать об опыте археологов, как это все происходило, как про раскопки.